Доброе утро, ребята. Короче, вот опять поднялся рано утром. Ну сейчас сколько времени? Вот 7 часов. Но ну, я пол седьмого поднялся. Себе кофе, естественно. Не, нет, не кофе, мед с чаем. Мед с чаем приготовил. Вот жене кофе сварил. Понимаете ли, да? Чтобы перед сном у нее голова не болела, ребятушки, догадались, да? Вот это мой чай, это ее кофе. Короче говоря, ну полчаса уже проснулся. Ну-ка, что там творится? Ну, новогоднее настроение. Так, с Длинномеров отпустили, так что, ребята, не переживаем. Если не сегодня, то завтра уже посылки поедут отсюда уже, понимаете, да? Это потому что этот, моя машина, так сказать. Сегодня какое число, ребята, сейчас посмотрим. Так, число. 12-е, да? Нет. Блин. 12. 9-е. 9-е. Я все вот все с ним, ребята, вожусь, понимаете ли, да? Вот с ним, с этой вином. Или с этим вином, вот. Я снимаю сейчас таблеткой, ребята, я не знаю, что за у нас получится этот. Блин, как его, как называется-то? Качество, я не знаю, что получится, но... Что получится, то и получится. Хочу показать. Вот вчера я кое-что тут переделал, ребята. Вот смотрите внимательно. Одну графу я переделал. Смотрите, вот. Ребята, универсальная приправа. То есть, эта приправа, ребята, помните, да, я вам рассказывал, что это я создавал. Помните, да? То есть, универсальный солдат-наводчик, короче. Грузинская смесь. 1000 рублей. Аджика мокрая в стекле. Ребята, то есть 0,5. 450 рублей. Эмали зеленый, ребятушки. Стекло. Бутылка 0,5. 450. Кетчуп. Бутылка стекло 0,5. 500 рублей. Острый. Острый дважды. Это означает, ребятушки, двойной удар. То есть, когда кушаешь, ребята, и на следующее утро. Или в тот же вечер. Поняли, да? Двойной удар. Чурчхела, ребята, смотря длина, смотря какая толщина, короче. И из чего? От 150 рублей до 200 рублей одна штука. То есть, огурцы соленые в банках, ребятушки. 1000 мл. МЛ, знаете, да? Ну, сколько там ШТ, не знаю. Ну, там ШТ 10 будет, наверное. В собственном соку, так сказать. И она у нас стоит, ничего не стоит. При заказе 10 тысяч рублей. И т.т. и т.п. короче. Подарок. Или 1000 мыленый, или 1500 мыленый. Понимаете, да? 1500 мыленый. И, естественно, подпись, роспись. И т.д. и т.п. короче. Ну вот как-то так, ребята. Тут вот смотрите, написано, что вино красное домашнее 1 литр, а ладатур сухой и т.д. и т.п. Скоро полусладкое, но это не совсем скоро. Так, поняли, да, ребятушки? На приправе прошу внимания совсем на много не обращать, ребятушки, и т.д. и т.п. короче. Но что есть, тому и рады. Понимаете, да? А вот это вино, ребятушки, то, что у меня, вот смотрите, вот у Сахелаури самое дешевое я вам нашел тут, так сказать, поняли, да, за какую цену. А они бывают у нас, ребята, за, сейчас скажу, за 4 раза дороже. Я видел, в магазине стоит 830 лар. Это... почти 300 баксов.
Почти 300 баксов, 830 лар. Но самый такой, навороченный, короче. Но я хочу сказать, что вот это вино, ребята, вот будет у нас самым наилучшим конкурентом, ребятушки, поняли, да? И для Усахе Лаури, и для Жинва Лаури, и для всего, короче, поняли, да, ребятушки? Я не знаю, где у него вообще сок. Видите, да? Вот здесь сухо, пожалуйста, вот. Видите, это сухо вообще, до сюда. Вот у него здесь сок, блин. Вот, видите, там внизу, 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 внизу. Вот это будет стоить, ребята, как минимум, как красная икра. Ну, это посмотрим, короче. Сейчас я за ведром иду, за этим ведром. Покажу потом, что получится, что не получится, ребятушки. Блин, что я хотел сказать-то? Извиняюсь. За эмалированной ведром, ребятушки. Это ведро не пошло, потому что это широкое, короче. И т.д. и т.п. Вот такие вот пироги, ребята. Еще хочу сказать. Вот обращаю внимание, ребята. Видите, да? Вот это вот люди мне просто так зачисляют. Вот уже 3 дня, ребята. То есть я хочу за это самого виноградник, ребята, Сусахей Лаури. И люди мне просто так помогают, ребятушки. К доброму делу, с миру по нитке. Поняли, да, ребята? Будет просьба, ребятушки, под каждым видео будет и в описании, и в комментариях ссылка вот такая на Яндекс.Деньги. Это Яндекс.Деньги, но почему они переименовали, я не знаю. Ну, 21 век, все хотят по-ихнему разговаривать, я так понимаю. Ну, для меня Яндекс Деньги и Яндекс кошелек было поудобнее, честно вам сказать, и т.д. и т.п. короче. То есть, не знаю, кому не жалко, ребятушки, кому 100 рублей, 200 рублей, ну, не знаю, как вам сказать, поняли, да? Ну, с миру по нитке, там, по делу и т.д. и т.п. Милости прошу, ребятушки, или даже свой счет там поставлю, ребятушки, поняли, да? Там мне, чтобы только каркас, ребята, построить, да? Чтобы только каркас построить, как минимум мне 1500 баксов нужны, понимаете, да? И для рабочего, и для материала, и т.д. и т.п. короче. Ну, не знаю, как-то так, ребята. Ну, не знаю. А через лет 7, ребятушки, первые плоды будем пожинать. Достойных плодов, ребята. Ну, через 5 лет уже можно попробовать вино, короче, и т.д. и т.п. Ну, пока что, пока, ребята, пошел я за ведром, за этим, и посмотрим, короче, что получится, что не получится. Ребята, значит, вот что я придумал. Взял, значит, ведро, потом вот так за это самого, ребята, пробку. Но пробку, заметьте, ребята, что у старых, да, проблема была, трескались вот здесь, видите, что у новых, ребята. Видите, вот потресканная. Вот, пожалуйста, видели, да? То есть, что у новых проблема, что у старых. Вот так я задырковал, короче. Вот ведро эмалированное. Я ручку снял. Так, что тут у нас написано? Сочная клубника, посуда, рарарирарира. Ну, поняли, да? 12 литров. Эмалированная. Короче, ребятушки, сейчас надеюсь, жена меня будет снимать. Ну, раз стиралка уже работает, значит, гроза Беля уже проснулась. Таможня, то есть. Поняли, да, ребятушки? Ну, не знаю, может я сейчас вообще за это самуюсь на весь мир, ребятушки.
Привет всем на весь мир, может. Ну не знаю, что получится, что не получится. Сначала, наверное, его вот так сделаем, да? И надо его прислонить, что ли? Не знаю, может здесь что-нибудь поставить, а? Айсергами, где мама? Чили. Может, говорит, может, да. Может, значит, чтобы не могло, надо здесь тряпку какую-нибудь. Сейчас я придумаю. А, все, понял, придумал. Сейчас придумал. Вообще-то давай его свежую майку я возьму. Такс. Вот, пожалуйста. Не знаю, что будет. Значит, сейчас мы берем его и вот так. Переворачиваю я сейчас его и ставлю, да? Не знаю, как лучше. Не, так не получится. Ой, блин, тяжелая, ребята, штука. Не дай бог, что, сразу он треснет. Подожди, подожди, а то эти резины будут мучить меня сейчас. Течет, ребята. Течет. Проехала. Да, такие мы. Из руши там дает овладеть. А, у нас значит лептоп барахлит, ребята. А жена молчит, как рыба в воде, блин. Я смотрю, секундомерно идет. Ух, я фу. Короче говоря, ребята, вот так за это самовали. Потекла, ну то, что потекла, и звук тут такой был, да? Короче, не этот. Ребенок тоже, блин, везде дети свои руки длинные суют. Память за это самовала всякими дурацкими фотками, блин. И мне исторический момент испортили сейчас все. Ну сколько она снимала вообще? Ты не заметил, когда она отключилась? Может, я зря... Ахлад гайтиша, рагачунди. Ахлад гайтиша. Ахлад гайтиша гачунди. О, гачунди. Всегда гачунди, видел. Короче, сейчас я его подниму, посмотрим, что там натекло. Здесь отсра. Вот, ребята, как я собираюсь заморочиться и замучиться. То есть, на три части видео... Сейчас буду его слеплять, потому что, как всегда, короче, у меня же один разом ничего не получается. Надо много раз, много подхода надо. То есть, ребята, она у нас за это самовала. Сейчас еще память я стирал с этого, с таблетки, короче. И вот так вот. Короче, сейчас я попрошу жены... Смотрите, чача она внизу, на поверху уже. Видите, да, ребята? Это, как говорится, не тот последний, кто вперед идет, ребята. Смотря, отар в какую сторону повернется. Понимаете, да, ребятушки? Ага, отключи эту воду, пожалуйста. Да. Пожалуйста, воду отключи, ничего не слышно.
Иди подержись чуть-чуть. Гроза посуды, таможня. Так, вот смотрите, ребята. Очень исторический момент. Я должен и фонариком светить, и эту поднимать. Ну, я надеюсь, туда рукав не опустили. На, подержи фонарик тоже. Одной рукой, пожалуйста. Я не смогу так. А рукава где? Вот они, да? Ой, медета, деда, деда. Туда посвети. Туда покажи. О. Видите, ребята? Не знаю, литра два, блин, отекла всего. Это у нас 17 килограммов винограда, ребята. Видите, внизу. Вот. Ну, как-то так. Рукава не за это самовали, да? Аба. Стекло не наденет сейчас. Аба, пак. Ой, мэй, рот дав домет, киш уша схорми, еды, баше, еды, дели, да. Нет? А мобли? Нет? Ара, да ты. Нормально, да? Все, положили. Так, вот так пускай будет сейчас лежать или стоять, как сказать. Так, подвинули. Вот я вам что и говорил, ребята, 17 килограмм, дай бог, чтобы я 5 литров собрал. Поняли, да? Так, это сейчас придвинем. Я вот сейчас думаю, там же вакуум создается, да? Он стечет там или нет? Надо было эти, да, воздушки оставлять, да? Это. Гравитация там будет сейчас какая-то дурацкая. Ну. Ну, время от времени надо поднимать, короче. Давай сразу, я тебе о чем говорю. Стекло не хочу, чтобы железом касалось, а ты все равно. Не надо отключать, я сам скажу. Короче, ребята, всем советую, лучше самому делать, без всякой помощи. Серьезно я вам говорю. Все, короче, вот такие вот пироги, посмотрим, что к чему, зачем и т.д. и т.п. короче. Вот так вот. Мой отец всегда говорил, где моя кукуруза не вошла, там мой сын не родился. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Ну давайте, ребят, пока-пока всем. Всем утра доброго и удачного дня, ребятушки. Как-то так вот.